Здравствуйте, зрители моего канала. Хотел бы вам показать вот такую информацию, как мне удалось на данный момент восстановить вот эту вот трещину. Видите, вот здесь вот удар был. Вот что это, или камень прилетел, или еще что-то. И значит, пошла трещина. Трещина шла примерно полчаса езды, где-то сантиметр трещина росла. Значит, что я сделал? Купил сверло. Вот такое вот сверло по кафелю или по стеклу. И значит, засверлился. Вот видите, первое вот у меня получается отверстие. И просто посмотрел в интернете информацию, что надо засверливаться не до конца, а там буквально немножко. Но я засверлил почти до конца. Ну вот вы видите, и конечно трещину немножко остановило, но за одну поездку дальше трещина пошла. И следом было принято решение, значит, засверлиться насквозь. И вот насквозь полностью засверлился. Это вы не смотрите, это не трещина, это просто я поцарапал неаккуратно, просто когда сверлил. Вот. Трещина пока вот больше, чем неделю, дальше не идет. Слава богу. А дальше будем смотреть. Вот. Значит, заливал я ее, просто брал суперклей, залил. И так как был температура как бы уже отрицательные были, то значит, чтобы клей схватился, просто содой посыпал, и он сразу схватился, вот как бы, и все. Ну, вот такая вот информация для вас. Спасибо за просмотр. А, кстати, еще обязательно, когда сверлите, вот у вас трещина, допустим, идет, вот, и вы должны засверлиться, вот она, допустим, до сюда дошла, сверлитесь чуть-чуть дальше, чтобы вот диаметр вот этой вот окружности, получается, перекрыл начало трещины. Потому что иногда может быть не видно, где край. Вы просто так можете смотреть, вроде не блестит, но там микротрещина, она чуть дальше. Поэтому, чтобы подстраховаться, сверлите чуть-чуть впереди трещины. Ну, так все.